смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Всем здорово, вы на канале Ведьмак, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Метро, я почти тут 11-я серия игры под названием Павелецкая. Да уж, жутковатые паучки, ничего не скажешь, а? Всем огромное наилучшего просмотра. Спасибо вам всем за поддержку меня и моего канала. Ведь я стараюсь для вас, и мне это нравится. Правда, очень нравится. Так, мы, получается, выбрали, как я понял, на какую-то чужую станцию. Ну, у нас дело будет как хорошо. И очень жалко Пашкина, реально, кто-то был погиб. И самое, знаете, что мне трудно настроить, так это вебку, как правильно поставить ее, чтобы меня лучше было видно. Ну и что такое, а? Думаю, меня видно прекрасно. Священник, конечно, не супер, ультра, альтра, класс, в общем. Но видно моего волка, а он у меня очень крутой. В общем, еще раз всем приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь скучными плюшками с чайком. И всем приятного просмотра. Так, что у нас тут? Ну да, я был прав, тут станция. Ну как? Ладно, давай сюда, ага, быстрее. Окей, окей, иду. В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Окей, поговорю. Присоединюсь. Здорово. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Вау, классное название. Классно. Друзья, о, боже, ящик. Вы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Да, мы не проиграем, мы сдержим станцию, насколько это возможно. Ты чувствуешь? Ты еще что за хрень? Поддержал команду. Спокойно, без паники. Опа, патрончики. Чем больше, тем лучше, а? Мы порвем всех этих монстров, потому что мы должны это сделать. Иначе люди, кто бегут, они все погибнут. Дети, женщины, старики, все умрут. Ёптима, сучка, звуковая волна. Тварь, ненавижу эту волну звуковую, а? Реально, а? Офигеть. Погибли. Твою мать, а? Только познакомился с людьми, а? День нас пятеро, поэтому мы должны поддержаться. Да уж, я с тобой полностью согласен. Кто бы ты ни был, день чудесный. Давайте убария. А тут сыкует, а? Хотя, честно, на его месте я тоже бы на самом деле паниковал бы. Паника. Артем очень такой. Он все сможет сделать, поэтому... Меньше болтовни. Больше дела. Мы сдержим станцию, насколько это возможно. Потому что люди нас рассчитывают. Бодрячком. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощад никто не желает. А, просто прикольно поет. Да, уж сделать трудно, я очень в этом уверен, но мы это сделаем. Правда, не знаю, с каким потянем. Ну, чем больше, чем лучше. Наши люди, которые нас рассчитывают, все умрут. В следующей серии прикольно, я пушку нашел. Тварь крылатая, ненавижу ее. Особенно из-за звукового импульса. Тут близко тварь, а. Да блин, Дима, не спеши, а. Есть! Есть, опять эта тварь. Твою же медь уже чисто выйдут, ага. Надеюсь, меня прикроют, бойцы. На-на-на, давай, огонь! Есть! Круто, а? Ненавижу, батарея кончится, реально, а? Ёб твою мать, со вкус! Блин. Ага. Нихера себе, она здесь какая-то бессмертная херня. Блин, я в огонечку попала. Ой-ой-ой, подыхать не хочу в данной серии. Вообще. Я твою ж патроны, а?
я сам пустой. Здесь эту херню. Есть, здесь сгорел. Фу. Еще один упыш. Надеюсь, сгорит, а? Потом перезимен ставить, а? Вау, круто. Огненные гранатки работают эффективно. На 100%. Давайте, бойцы, мы поддержимся. Мы должны это сделать. Иначе люди все погибнут. Да, уж, гуанты станции. Я скажу, очень дерьмовая. Ну, сказать, честно говоря, дерьмовая, это мягко сказано. Сколько же у вас, а? И почему мы десяток положили, а? Блин, куда песня звуковая волна будет, а? Твою медь, звуковая волна. Пать, это мощные звуковые волны, а? Реально очень мощавые. Ну тут волна уже сильнее была. Капец, Артём везучий. А другим не повезло. Все бойцы погибли. Кроме командира, даже пулеметчика убило. Это ж какая звуковая волна была. Надеюсь, что они погибли не зря. И люди успели эвакуироваться. Значит, очень жалко будет, если они реально по-тупому так погибли, а? Реально, Артём просто везучий, сукин сын. Так, я думаю, сейчас... Сколько у меня патронов вообще? Так, 36. Калаш, калаш. Блин, у меня просто калаш прицелом классным, а? Я вот думаю, что же мне поменять? Калаш? Блин, он суперский, мне нравится. Но патрона нету, а? Блин, да я думаю, ладненько. Потом еще что? Доберем калашек. Поэтому я думаю, хотя, если так посудить, блин. Мне калаш на самом деле очень нужен. Ну, черт с ним. Сменить калаш, ладно. Добавить тут больше пригодится. В принципе, у меня кроме прицела ничего такого нету, поэтому докуплю. Зайду в магазин. Думаю, может быть, как раз-таки, если мы людей с этим, выживших, там где-нибудь подарок найду, который продает оружие. Сейчас надо поговорить с командиром, скорее всего. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. И тебе удачи. Я выполню твою просьбу. Я найду вашу радиостанцию и включу эту кассету. Я же говорю, даже пулеметчика убила. Это ж реально жесткая звуковая волна была. У меня Артём просто реально везучий сукин сын. Удачи тебе. Надеюсь, ты выживешь. Надо будет выполнить, правда, просьбу командира. Я думаю, это уже в следующей серии, а? Я это сделаю. Буду искать передатчик и найду его. Подключу эту кассету и... Отправлю сигнал СОС в полис. Кстати говоря, реально, что я пушку оставил на самом деле, пистолет, а? Я думаю, это байк возьму. С ним будет прикольно сыграть. Приняли. Бойня была неожиданно насмерть, сколько тут людей погибло, упырей, ну, в принципе, времени не жалко, а вот людей, да, жалко. Тут уже крыски бегают, мелкие такие, а? Люди просто спешки убегали, торопились, а? Да уж, жутковатое местечко. Надеюсь, я вот кого-то выжившего встречу, или люди успели эвакуироваться, и бойцы, которые погибли все, считая командира, сражались не зря. Независимая станция. Добро пожаловать. А место, правда, жуткое. Маленькие гребаные кикимары. Я даже запомнил, как их Бобо называла. Они нападают именно на одиночек. Если у вас двое будет, они не нападут. Если ты один, тебе каюк. А это большой такой упырёныша. Гигантские все такие когти, блин. Уф, порвёт тебя. А ты горелый упырь. Так, тут у нас дырочка. Я имею в виду на. Опа, ножичек. Ну правда, они мне нужны. Ножи. Ого! Ну глаза, хеть выше, как серия, прикольно. Сверхъестественное. Сериал прикольник, я. По двух братьев. Думаю, вы знаете, а. Это сейчас это не реклама, это просто реально классический суперский сериал. Так я думаю, сюда я схожу обязательно. Но сначала я пойду туда. Вот меня сюда имею в виду. Может что-нибудь я найду. Чтоб твою маковку, а? Напугал, блин. Опа, чё, ты калаш, но я брать его не буду. Так, чтоб тебя дезактивировался. Тварь, а? Сдохни, ублюдская, ты кроватая мразь. Здесь тебя погибли все люди, а? Если не твоя тупая бы, такая волна,
звуковой импульс. Есть! Люди бы выжили бы, а? Смотрите сблизи, какая-то тварь большая, громадная, как она выглядит-то. Ублюдская тварь кроватая, какие-нибудь когти, особенно с помощью этих походу на крыльев. Тварь, а? Она и звуковые импульсы, так сказать, вызывает. Опачи, патрончики. Да чтоб тебе налево, а? Тварь, да зефир. Спасибо. Так, ну, скорее всего, она будет навсегда идти, а? Есть! Есть! А, прикольненько, ладно, я думаю, сейчас наверх сходить, может, что-нибудь я найду. Слава богам, что я оставил пистолет, честное слово. Мне хоть теперь патрон нормальный, могу спокойненько не париться и с него с пистолета гасить. Так, ну, так вот сократим. Упырья наши, кикимеры. Ну, честно говоря, прикольное название. Не знаю, почему барабан их назвал кикимерами. Ну, прикольное название. Ну-ка, сигнал бедствия. Да, тут столько углекислого газа, и дыма углекислого, просто можно задохнуться. Газ — это газ, это углекислый дым. То есть, тут еще надо будет противогаз, я думаю, скорее всего, потом одеть. Иначе я так умру. Тварь, а? Тварёночка, а? Чего себе, блин, сквозь огонь? Сквозь огонь прошёл упырь, а? Или упыриха, я не знаю, там баба есть, они встали, а? Блин, там все кобели. Он сейчас в яму, опа, не попасть, нифига себе, сука, тут патрон. Да чтоб твою налево, где? Тут какой-то, а? О, еще один, какой-то беленький. Пахнет, тут еще разные видности, разные есть, а? Именно по цветам. В принципе, по стилю, я думаю, тоже. Опять фонарь сдох. Ладно, пойдем дальше, не будем дождаться, пока они нас сожрут. Тварь, там и оставайся, какой-то пылец. Надо... Блин. Артём, погоди, не лезь. Твою налево, а. Сдохни. Он же говорил, разная видность, разная есть. Такой, сука, беленький. Видите, упыль, а? Так, твою медь, а. Во, тут надо спрятаться, а подождать. Патрончики. Давай, идите ко мне, упыри, вы тупые, а. На. Кикимера, страшная жопа. А тут же зелененькая, блин. И серая. И какой-то болотного цвета. Да, вот. И вот белого, вот, как альпийский тигр, блин. Офигеть, просто разная видность, разного цвета. Теперь патроны для дороги у меня хватает. Так, ладно, пойдем патрончики, еще поищем. Опа, аптечки, супер. Так, больше ничего такого, в принципе, нету. Люди, правда, спешки убегали. Ну, ладненько, пойдем дальше. Давайте, думаю, сходим сюда, вот, может, что-нибудь найдем. Нет, здесь, вроде говоря, прикольненько, что я оставил себе пистолет, на самом деле, а. Думаю, мне очень даже пригодится, а. И патрончика, в принципе, на него у меня целая обойма полная. А на калаше ноль было, поэтому я подумал, лучше я оставлю пистолет, чем калаш. Ах, какая же это бомбическая игрушка, а. Просто белиссимо. Ну, правда, это реально такая игра. Опачи, еще патроны. Так, ну, думаю, сначала, конечно, пойдем, но я думаю, сначала все отходить, а. Да, люди, правда, спешки, как я уже говорил, недавно убегали, а. Надеюсь, мы найдем выживших, а, людей. Мы на этой станции, мы не последние. Я в офиге, честное слово, просто ублюдки порвали оборону, столько людей поубивали, а. И, конечно, и упырей много погибло. Это есть гуд, хорошо. Так, тут у нас, как говорится, опять написано, добро пожаловать, независимая станция, это я уже сказал. Говорю. Ладненько. Так, думаю, сюда вот сходим. Опачи. И что-нибудь найдем. Тут, так сказать, начальник станции его. Как мой дядя. Так, один ключик нашли мы. Ключи. И все равно где-то поблизости будет сейф. Это сейф открытый, поэтому... Это вообще легкотня была бы, если тут был бы сейф. Тут у нас карта метро. Прикольненько, тут разные станции есть. Пупаневская, Скандиневская, Речной вокзал, Альтфьобо. В общем, разных прикольно много разных станций московских, а. Круто. Реально круто. Так, тут у нас ничего такого больше нету. А нет, патрончики. Ну, по заданиям. Нет, все-таки нужны были. Я думал, нет, не нужны. Да. Пойдем дальше. Надо будет сейчас теперь сейф поискать. Тут открыть не открыто. Ну, конечно. Было все легко, если было бы открыто.
фонарик очень быстро подыхает на самом деле, я вам скажу, а? Это, конечно, меня очень радует. Блин, да, чуть не попал в нее. На А, а не да. Может, тут мы, скорее всего, наверное, сейф найдем, а? Да-да-да, а вот он и сейф. Вот крутяк, а ну-ка, что мы тут найдем? Вау, патрончики на калаш. Какая-то пушка непонятная, крутая, не крутая. Тут у нас, в принципе, больше ничего такого нету. Чувака жалко, реально, без ног остался. Но он до последнего бился. Офигеть. Так, ладненько. Ну, конечно, можем все пойти, но мы пойдем, думаю, сюда. Ведь нам надо будет, скорее всего, того вперед идти. А там уже придется нам, наверное, так сказать, противогаз одеть. Иначе мы без него вдохнемся. Ну, пока без него пойдем. Куш. Да-да-да, Артем вздыхается. Я думаю, быстренько ускорюсь. Чуть побыстрее. Упаси, патрончики. Блин, я поднимусь. Просто пока не хочу под него одевать. Жалко пока его разбивать. Тут у нас что? Упаси. Патрончики. Крутяк. Фигарайчик, хотя пробуем пистолет. Хотя, честно говоря, дробовик, конечно, тут будет лучше. Эффективнее. Вау! Круть, блин! Опять эльфийская херня. Давай, давай, ублюдок, упрыск. Иди сюда, еще один. Я видел, что ты хотел подняться. Давай, иди ко мне. Иди сюда, блин. Не сыкуй. Давай, иди ко мне. Давай, ублюдок. Еще давайте. Я вас всех убью нахрен, а. Ух ты, я не думал, что ты поднимешься, блин. Зараза. Чуть вверх упырей купнул, а. В одном месте. Вот крутяк, а. Пятого, блин. Нифига, пятерых. Посмотрите, они разного цвета. Разных цветов я не вижу. Видите, да? Такой, такой, такой. Такого цвета, блин. Капец, а. То достали вы уже, вы что, издеваетесь, что ли? Блин, блин, Артем, подожди, какой противогаз. Жалко же его. Ладно, пойду я дальше. Это значит, в этом месте я бы все патроны свои потрачу, а. Что я нашел? Маленько. Походу дело противогаз оденем. Блин, 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 ну зараза, ну как же так, ну не усмотрел, а. Ой, южно-лево, а. Так по-тупому погибнуть, а. Честно, не ус... под ноги не смотрел и упал. Вот у вас шара, а. Был быстрее, вы бы посмеялись надо мной бы. Да я сам посмеялся бы над собой, над вашим шаром таким еще. Лохотрончиком, блин. Ух ты, упал бы вниз. Артем, прости меня. Я что не делаю противогаз, но пока он тебе не нужен. Думаю, Артем меня простит. Патрончики взяли, все взяли. Также ждем упырей. Так, пистолет. Опачи, готов, давай. Опачи, первая тварь сдохла. Да, пистолет, конечно, классная вещь, но дворик, конечно, в таких вещах эффективнее. Давайте, идите ко мне. Я знаю, что потом на меня нападете. Лучше сейчас, а? Если вы будете мне спину выпадать. Хотя бы, если нападете, то уже в меньшем количестве, а? Давай. Еще так-то. Их кокнул, еще двоих, наверное. Да, давай. Я жду вас. Если они что-то заряжаться, они придут? Нет. Нет, идут. Вау. И пятерых кокнул уже. Паника, вот этот раз я теперь точно не попаду в яму. Вау, шестерых. Так, сейчас быстро сделаю перезарядку. А, не, все, есть, погнали. Блин, этот раз я теперь не кокну сюда, да? В эту гребаную яму. Чувак, вот я что хочу. Опа, тут у нас что? Опа, по птичке, круть. А ну, можешь пойти? Тварь, сзади крысы нападают, а? Вот мудила мелкая. Маленько. Давай. Зря я птички собрал. Так, противогаз нам тут бы, конечно, желтый одеть. Да-да, стали вы уже меня. Смотри, наши тупые, а. Классная метичка, честно говоря. Блин, сейчас здесь точно один противогаз. Значит, я задохнусь тут. Только сейчас быстренько развернуться. Сука. Думаю, за это слово меня не банки. Давайте, где вы?
Блин, тоже жизнь нравится быстро, а? И сека в крови, такое быстрое подарочки. Собрать, которая, как я понял. Нет, вижу. Валить отсюда нахрен. Думаю, больше никто не пойдет. Ладно, все. Подарочки собрал, они еще не все. Блин, все, пошел я отсюда, а? Пойду я отсюда. Валя. А? Там достали бы с крысы нападать, да? Я думаю, сюда мы пойдем. Ну да, да. Только скорее всего это потом надо будет сюда идти, на самом деле. Да-да-да, скорее всего надо будет вперед идти. Но если сейчас думаю, мы сходим вон туда, вот, а. Противогаз, я думаю, сниму. Думаю, сейчас не нужен мне. Без него пойду. Ну ты тварь, ты тупая, а? Не, не хочу я умирать. Хватит уже. Все, Артем, живи. Долго и счастливо. Еще много надо. Испытаний пойти в своей жизни. Завести семью, а умирать никак нельзя. Самое главное, сейчас наши цели, да, но еще и меня в первой части метро добраться до полиса. Самая-самая главная цель. А так их очень много. У Артема в жизни. Дожить до 100 лет, завести хорошую большую семью и любимую классную женщину, девушку. Ой, блин. Какую чушь я только не несу, а? Это пипец просто, а. Ну, блин, ну нравится так, а. Ладненько, тут я все собрал. Давайте сходим, думаю, наверх. Да, вот так вот обойдем. Противогаз нам, в принципе, тут же больше не нужен. Поэтому все окей. Патрончиков вообще у нас, блин, нормальненько так хорошо. Так. А, чуть не пропустил. Давайте пойдем. Это чисто за боевиком классно идти. Здесь только, опять же, фонарь. Я забыл подзарядить. Уж очень быстро он подыхает. Ну да. О, сучка, блин, как вы достали это делать, а? Так, гранатки мне не нужны, да? Опять же, как сверхъестественно, у чувака глаз вышли, один глаз остался. Жутковатое жилище, честное слово. Всем рекомендую поиграть в эту классненькую игрушку, а? Офигеть. Чувак молодец, блин. Перед смертью успел топором зарубить эту ублюдину, а? И, кстати говоря, очень красивые детские рисунки, а? Да уж. Мне кажется, я слышу детский плач. Да-да, реально слышу. Скорее всего, там какой-то живой остался из детей. Только вот пацан или девчонка, я понятия не имею. Я к тебе приду, подожди. Я сейчас быстро общаюсь, полазил. Найду патрончики. Нифига себе, сколько ты с Борисом их один упырь поубивал. Красавчик, респект тебе. Реально молодец. Все, пойдем. Ребенку. Как он тут выжить мог, я не понимаю. Тут столько много упырей, я встретил Кикима, как они не убили его. Или ее. Это вообще жесть. Дядя! Пацан. Вставай, нас все съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней! Ну ты же обещал! Уходи! Отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя! Тебе больно! Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша, а давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Не напали. Давай, Санек. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали. Они на него как напрыгнут, он стал стрелять, но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Окей, детский мало, реально детский пацанчик, а. Мой новый попутчик. Кстати говоря, его дядя, реально молодец, защитил своего племянника, вообще красавчика. Его бойцы, здесь, скорее всего, думают, не один боец, кто защищал этого пацанчика. Да уж, блин. Новый попутчик, а, Санёк, а.
Приятно познакомиться, Санёк. Меня Артём зовут. Только ещё, что я не говорю. Так бы Артём сказал бы. Он, да, я же говорю, что он не один. Батя защищал его. Так, опять же, надо подзарядить фонарь, то он быстро подыхает. Давай, Санёк, я надеюсь на тебя, что ты поможешь мне. Будешь подсказывать мне, где эти твари находятся. Вон дома! Ага. Есть! Понял, с первого раза ококнул такие кимов. Какие свинюшки такие, упитанные такие, массивные. Охренеть. Реально такие здоровенькие свинюшки. Чем же их хранили, а? Вот даже интересно. Патрончики нашел я. Круть. Все, пойдем, Санек. Ой, ой, сзади подползает. Сзади никого нет, что ты понимал. Вон он, ну нет, все-таки сзади есть. Спасибо. Ты говоришь слишком поздно. Сзади. Когда уже он впереди, либо наоборот, а? Санек, давай как-то поконкретнее говори, а? Иначе мы тут с тобой вместе останемся. Эй, эй, осторожно! Ага, окей, понял. Тварь, а? Есть, с первого раза кокнул. Тут тварь с кикимаром. Честно говоря, прикольный их назвал, барабон, кикимар. Давайте так и сделаем, а? Блин, не так, не так, не так. Подождите. Не совсем, совершенно хотел не так, я хотел вот так вот. Во, просто круто, пойти, а, опа. Еще один тварский упырь. Растяжка, а как он не задел растяжку, не подорвался, нифига себе, он, походу, быстро промчался. Давай так же, не просто прикольно, чуть пройти так, а. Немного, опачи, аккуратно, без активировали. Не, синюшки, правда, такие упитанные, массивные. Опачи, люди. Выжившие все-таки есть, и это очень хорошо. Этот, но там есть патрончики в шкафу. Каком вот звук? В этом. А, в этом, наверное. Ну да. Спасибо тебе, спасибо, Санек. Так, тут надо быстренько полазим. Патрончики найдем, найдем. Ага, нашли. От опа, еще. Нифига себе. Денежки, денежки нам нужны. Прикольная, кстати, такая картиночка. И Мишка прикольный, только его взять нельзя. Я бы этого пацану бы дал бы. Хотя он бы, по идее, мог сам взять. Люди, правда, в спешке убегали, а? Очевидно. Независимая станция. Красные буквы теперь написано. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Окей, окей, Пашкин. Блин, Пашкин. Санек. Ладно, погнали дальше. Сколько ж тут людей погибло, а? И теперь ублюдские крылатые твари, а? Крылат жопой. Охренеть, реально, а? Ой, ой, сзади подползает! Тварь вот тупая, да! А? Давайте быстренько полазим, пообщаемся и пойдем дальше. Открывай, бери. Все, погнали. Да, тут очень много... Прикончили бита и людей. Офигеть. Это что такое, а? Сзади, что? Ой, ой, сзади подползает! Да что-то впереди, а? Я птичек никакого фига нету, а? Пойду уметь. Ну, думаю, тут все собрал, поэтому... Тут тварь, а? Пойдем дальше, эй, а? Осторожно! Понял, понял. Ладно, пойдем дальше, Санёк, а? Ой, сзади подползает! У меня патрон! Блин, мало. Сука, я птичек нету, а. Тут я типа что был? Я куда побежал. Блин, а птичек реально нету, а. Нужно срочно найти аптечки, а. Почик патрончики. А то с таким экраном, блин, красным я плохо буду видеть, а. Меня точно кокнут, а. Люди, правда, в спешке убегали, а. Фух, слава богам. Ох, так намного лучше, а. Ой-ой, смотри! Ха-ха, дырка, дырка. Вот, блин, пацанчик классненький такой, веселый, а. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, да, что тут потолок фигово держится. Понял, понял, ой, мама, ой, твоя молодец. Так, сзади. Вон дома. Пока я никого не вижу сзади, на самом деле, а. Я вижу только впереди, а. Вон, очень... еще один. Плохая информация. Неполезная информация, так сказать. Ложная.
Санек. Они нападают на... Бля, впереди. Ну, сзади. Твою ж налево. Ну, пожалуйста, Артем, больше не погибай, а. Ты будешь тупо так каждый раз погибать. Так, дубль 2, сцена 2. Артем, Вашара. Ой-ой, смотри, Санек, иди вперед. Дырка. Так, все. Пистолет не использую, тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Пусть ой, ой, сзади подползает. Пистолет мне просто не нужен, пока. Вон он, еще один. Дай побегусь. Блин, опять фонарь сдох. Есть гранаты, а? Нету. Ладно, фонарь надо подзарядить быстренько. Эй, вот. Эй, стоп. Я два. Блин, ну придурок, а? Ну, блин, ну просто придурок, а? Ай, Димасик, жипирасик, а? Давай как-то хватит уже подыхать. Тут нельзя гранаты кидать. Мама сказала, что тут потолок фигово держится. Вон он, еще один. Достали уже сзади нападать в близкие упыри, а? Давайте. Эй, эй, осторожно! Есть. Вон дома! Вижу. Вот. Все. Надеюсь, больше никто не нападет. Опачи, сейф. Сейчас быстренько поищем ключика. Ой, погнали, Санек. Надо будет ключ поискать, только правда. Сука, достали, а? Я птичек больше нету, а? Вон, давайте сюда спустимся, может быть, тут где-нибудь найдем ключа. Смотри, достали эти тупые идиоты уже меня. Опа, сохранёночка. Прям, блин, пошел верно, а? Ключик нашел. Так, мы забылся совершенно вам заметки показать, а? Которые мой противник нашел, когда проходил. Вот. Ну, не все, правда, серии проходил, на самом деле. Следующую серию мы проходим, да, а вот другую, 13-ю, нет. Хотя я буду проходить потом. Так, ладненько, давайте сейф откроем этот. Может, что-нибудь там полезное будет, аптечки, допустим, а? Пойдем дальше. Давай, есть. Ого! Вау, это еще лучше пушка. Вау, это реально пушка лучше, а? Просто прицел такой хорошенький, все. И у жителей есть, в принципе, на его деньги тратить не нужно. Так, я думаю, сходим, наверное, мы поверху. Эй, это что? Кажется, провод. Тут ты прям вообще зрячий, молодец, спасибо тебе. Сейчас бы птички найти бы, еще один. Вон дома! Ты говоришь, там про провод, он или про что? Так, ладненько, да? Теперь сходим сюда вот. Просто ради интереса. Ух ты. Так, ну, тварь ты упырицкая. Интересно, мы там прошли бы, если так и пошел бы. Мне просто интересно. Мы уже уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннели не ходил. Подожди. Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда. Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги. И дети тогда тоже становятся мутантами. И гоняются за другими детьми. Это правда? Правда, правда. Твоя мама очень умная женщина. Поэтому, надеюсь, она живая, я к тебе, тебя к ней приведу. Правда, не с таким побитым красным лицом, блин. Но приведу. Вау. Высоко нам придется подниматься с тобой. Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку. Небо. Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Я небо видел. Да, Ваша, в наше время были знаменитым быть, надо не знаю, что сделать. Туда небо увидел, вы уже знаменитые. Так если каждый раз, получается, вижу небо, я вообще супергерой, блядь. Знаменит, суперзвезда, я имею в виду. Ладненько. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Не спеши туда, пацанчик. Еще Артем и я туда не спешим. Постой! Я не хочу наверх к небу! Не урони меня! Окей, окей, ты уже определись, что тебе нужно. О! Нет! Все-таки к маму его живая, это круто! Мама! Мама!
Девочка, это моя мама. Пойдем, она меня ищет. Отпусти, пусти меня к ней. Ты уже пустил. Спасибо, брат. Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца нам бы не прожить. А тяжело. Если он потерял сына, меня этот человек принес на плечах. Его бы это убило. Я ему помогал монстров убивать. Спасибо. Пожалуйста. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Главное вам спасибо. Тут Сережа, его же Санек зовут. Странно. Либо она перепутала, либо я ничего не пойму. Ладно, пошли. Пошли, пошли. Да, вот с таким... Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Тебе удачи. Все-таки не зря мы боролись реально, а? Держали оборону. Сколько людей успели эвакуироваться, а? Это реально очень суперский. Правда. И ни один ребенок не погиб. Это вообще великолепно. А вон торговцы и говорил. Сейчас быстренько апгрейд сделаем. Так, возьму я калаш свой обратно, поэтому сейчас, в принципе, аптечку нужны купить себе хотя бы три. Вот это возьми, пригодится. А где можно, в принципе, и так, да, все. Сейчас использовать бы аптечку, можно хороший использовать? Хороший выбор. Нельзя. Твои иметь, а патроны? Только патроны у меня. Так, на калаше. О, на калаш уже нормально шел. Ну, возьмем, даже сказать, еще на калаш. Во. Все, максимально 180, да? Круто. Так, тут у нас не нужно, я продам. Ну и где патроны-то? Так, тут мои на моих мне тоже не нужен. Я продам. Этого эти калибра у тебя нет. Хрени тоже я продам. Я быстренько все попродаю. Ненужное. Ну нужное куплю. Там вот патрончики. Пистолет. Во. Все, максимальный боезапас. Пойдем теперь возьмем его. Только у нас лучшие пушки от лучших мастеров. Так, опачки 150. На сколько у меня вообще этих патронов? Ну да. Ой, я хрен, наверное, увижу, сколько у меня этих патронов. Ладненько. Так, продать. Обмен. Ага, во. Калаш, покупка. Отличное оружие, не пожалеешь. Так, с твоим барахлом. Давай. Отличный курс. Спасибо, спасибо. Так, обмен, продажа, тюнинг. Сейчас быстренько прицел купить себе. Я думаю, такой же, какой у меня был. Хотя и оптика на самом деле крутя. Но сколько у меня стоит? Не показано. Так, 45, 25, 35. Вот, мне просто прицел реально нравится. Да, не нужен мне такой. А вот только почему взять не могу я? Что не так-то? Я не пойму, чуть бы денег не хватает, что ли? А в чем эта фигня? Я вообще ничего не понимаю. Не обмен, а тюнинг. Почему нельзя? Что за хрень? Ай, блин, что, патроны закончились, что ли? Походу, да. Видишь налево. Ну-ка, тюнинг. Тут только такое можно. Что за бред? Я скорее думаю, походу игра багнула. Ладно, не бесит, что я так быстро долго делаю это все. И после него купить себе прицел. Бред какой-то, а. Ладненько. Глушитель зато. А что такое вообще? Денег что ли не хватает? Что не так-то, не могу понять. Или это пушка какая-то не там, блин. Так, подожди, что я за пушку вообще взял? СВД, Буни, Калаш. Опачи, АКСУ. Для тебя прикольно. Берем. Пользоваться просто. Обменять. Берешь и стреляешь. Сколько, а, сколько говоришь? Сука, походу патроны закончились. Ладненько, я потом разберусь, думаю. Уже
перезаново серию переиграю, но уже просто имеет момент. И куплю то, что нужно, правильные вещи. Погнали. Проходите. Погнали, погнали, ты бы так уже после серии натянулся. Ну и скорее всего на минус 40 получилось. Также давайте подписаться на мой канал, поставить лайк этого видео. Ведь мне очень приятно будет, а вам не сложно. Нифига себе, у них тут гемоворота мощные. Надеюсь, мутанты не попадут к ним. Надеюсь на это. Таким купить экраном кровавым. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, я снова ставьте лайки. Наверх. Всем удачи, всем и липкие пока-пока. Увидимся в новой серии. У выхода из метро меня ждала.